Приветствую вас, и ответ на ваш вопрос можно разделить на несколько частей. Во-первых, причина того, о чем вы пишете, кроется в том, что ваши критерии к мужчинам, ваши требования к мужчинам, ваши симпатии к мужчинам не обеспечиваются вами самой. То есть, если, например, вам нравится определенный тип мужчин, то, конечно же, у этих мужчин есть, ну, скажем так, свои критерии, свои критерии требований, которые они предъявляют к женщинам. Полагаю, вы, наверное, согласитесь с тем, что это совершенно нормально. И вот вы по какой-то причине этим критериям не соответствуете. И когда вам нравятся те мужчины, которые вот устраивают вас, вы не устраиваете их, потому что вы не отвечаете их критериям. И в таком случае у вас нет особого выбора, кроме как начинать отвечать критерий этих мужчин. Это нужно делать. То есть нужно смотреть, что эти мужчины хотят получить от женщины, а что эти мужчины хотят видеть в этих женщинах, что мужчины требуют от них, чего мужчины желают. И вот тогда, у вас будут шансы на то, чтобы, по сути дела, понравиться им. Дальше. Следующий момент, который нужно в обязательном порядке сказать, заключается в том, что вам желательно самой для себя по возможности определить, что вы можете мужчине дать, что вы можете мужчине предложить, что вы можете дать мужчине как женщина. И чем вы можете его завлечь. Дальше. Следующий важный момент заключается в том, что мужчине ни в коем случае, вот для начала, да, на начальных стадиях отношений особенно, нельзя показывать, что вы испытываете к нему симпатию. Потому что мужчина, он имеет большие шансы, это не сказать, что подавляющие, значит, перестать испытывать к вам интерес. Как ни странно, вот только из-за этого. И отсюда нужно сделать вывод, что основная тонкость заключается в том, чтобы дать мужчине понять, что вы можете удовлетворить его желание, что вы можете дать ему то, чего он хочет, то, чего он хотел бы, точнее. И готовы это сделать, если
если он будет с вами, если он будет за вами ухаживать, если он будет там вас завоевывать и так далее. Для этого нужна некоторая, ну, скажем так, последовательность в своих действиях, некоторое терпение и так далее. Дальше. Следующий важный момент. Еще одна причина, по которой вы можете вот не нравиться мужчинам, которые нравятся вам, это определенная потребность в некоторых качествах, которые есть у этих мужчин. Ваша личная потребность в этих качествах у этих мужчин. Именно этим, вот потребностью в этих качествах, и обуславливается ваша к ним симпатия. И чтобы вам адекватно оценивать вот, ну, степень, характер, там, природу своей симпатии, нужно для начала понять, в чем вы нуждаетесь, и эту самую нуждаемость, эту самую нужду удовлетворять самостоятельно, и тогда у вас симпатия будет более, ну, скажем так, искренней, более истинной, более естественной. То есть необходимо определить, почему вам нравятся именно эти мужчины, какие качества вам нравятся. Возможно, этого не хватает вам самой, это нужно для себя получить по возможности, и тогда вы сможете более адекватно, более объективно оценивать то, что вы ощущаете к этим молодым людям. На этом можно закончить ответ, на этом можно закончить запись. Я надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!